Мне очень повезло. В 1998 году я познакомился с барабанщиком Оскара Питерсона Мартином Дрю и записал с ним 5 дисков в Лондоне, в том числе диск, посвященный Оскару Питерсону, где я играю его хиты и его оригинальные сочинения. Одна из его пьес называется «Кейквок». «Кейквок» — это американский танец начала прошлого века, который считается одним из истоков джаза наряду со спиричуэлс, блюзом, с рэгтаймом. «Кейквок» — это также пьеса Оскара Питерсона, он сделал из нее концертную пьесу. Итак, мы сыграем вам сейчас пьесу Питерсона «Танец Кейквок». Thank you.